Педагогам Ушаровской школы посвящается. Сколько лет уж пролетело, даже вспомнить страшно. Я немножко повзрослела, но помню, как однажды, пройдя распределение, попала в эту школу, минуя все сомнения. Сказать тут нужно главное, была я не одна. Подружка-выручалочка со мною рядом шла. Приехали мы с Танею, глядим по сторонам, дома все деревянные, куда идти-то нам? Тропинкой, огородами мы школу все ж нашли, и в кабинет директора со страхом мы вошли. Но, как оказалось, я напрасно волновалась. За столом в лучах от солнца и с улыбкой на лице наш директор нас встречала, в туфлях не на каблуке. Лишь на стулья мы присели, начался тут блиц-опрос, потому как на деревне начался уж сенокос, и для полного допроса много времени уйдет. Оказалось, мы умеем круто петь и рисовать, и поэтому мы будем и Зое музыку преподавать. Получив свою нагрузку, на экскурсию пошли. В коридорах светлой школы педагогов мы нашли. Первым встретился историк. С завучем он воевал. Грозен был, как полководец, он гостей совсем не ждал. Познакомившись, мы пулей вылетели в коридор, где навстречу, улыбаясь, Петр Иванович химик шел. Улыбнувшись в реверансе, ручки нам поцеловал, комплиментами обсыпав, лучшим другом сразу стал. Потом дошли до спортзала, спортивный порядок и чистота. Но фраза учителя мне в душу запала. Запомнила ее я на все года. «Светлана, бросай-ка конфету и рис. У нас будешь стройной, как кипарис». «Ну да уж», — подумала я, — «со спортом дружить? Да никогда!» Педагоги мудрые, с морщинками у глаз. Учили уму-разуму, поддерживали нас. Да много интересного тогда произошло. Мы крепость штурмовали, пели и плясали, и в конкурсах различных победу одержали. Нас встретили дружно, нас встретили славно. Работать всегда было просто и ладно. Кипела работа, горела душа, всегда за спиною поддержка была. И много, и долго могу вспоминать. Пора мою повесть, пожалуй, кончать. Спасибо большое за теплый прием. Спасибо за дружбу, карьерный подъем, за верность идее, за творчество, труд всем, кто гордое звание учитель несут.